Здравствуйте, в эфире программа «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время на телеканале «Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из студенческого и российского спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. Обзор матча «Урал-Рубин» в 29-м туре российской премьер-лиги и репортаж с ежегодного мероприятия «Казанский марафон». Конец сезона близок. В российской премьер-лиге командам осталось отыграть последний тур. Правда, «Рубин» к финишной прямой подошел не в самой лучшей форме. В 29-м туре чемпионата «Рубиновые» встречались с «Уралом». И подробнее об этой встрече в своем обзоре расскажет Амир Сабиров. Всем привет! После короткого перерыва продолжаем следить за российской премьер-лигой. В частности, за «Казанским Рубином», у которого, прямо скажем, дела очень и очень плохи. Одна ничья, одна победа и 7 поражений в последних 9 матчах российской премьер-лиги. Вылет ФНЛ уже вполне может случиться в последнем туре. Подопечные Леонида Слуцкого имели хороший шанс выйти из зоны стыковых матчей в игре с «Уралом» в гостях. Но казанцы с каждым матчем все больше разочаровывают своих болельщиков. 23-я минута, и хозяева забивают. Олег Шатов, ушедший из «Рубина» зимой, сбросил мяч на Эрика Бигфалви, и тот поразил ворота Юрия Дюпина. Уже на 27-й минуте Бигфалви мог оформить дубль. Партнеры вывели нападающего один на один с вратарем, Эрик упустил отличную возможность. Во втором тайме на 57-й минуте уже Олег Шатов отличился. Полузащитник пробился штрафного прямо в нижний дальний угол. И мяч беспрепятственно пролетел через всю защиту «Рубина». Окончательную точку в матче «Урал» поставил на 71-й минуте. Бигфалви все-таки сделал дубль. Рафал Августиняк пробил из-за пределов штрафной, и Эрик переправил мяч в ворота. 3-0. Самая крупная домашняя победа «Урала» в сезоне. «Рубин» за тур до конца чемпионата занимает 14-ю строчку в таблице, имея 29 очков в активе. Так мало баллов в сезоне казанцы еще не набирали ни разу. Главный матч сезона ждет «Рубиновых» 21 мая на Акбарс-арене. В соперниках – прямой конкурент в борьбе за выживание – Уфа. Команде Слуцкого не остается ничего, кроме как побеждать. Футболисты уже выкупили все свободные места на стадионе, каждый желающий сможет посетить игру бесплатно. Ну что же, совсем скоро увидим развязку чемпионата и узнаем, где будут выступать казанцы в следующем сезоне. На этом у меня все, с вами был Амир Сабиров. Продолжаем тему казанского «Рубина», и у меня сейчас в студии появляется наш эксперт, наш хороший друг, товарищ, знакомый, просто родной нам человек Александр Дегтярев. Саня, тебе, как всегда, привет. И даже не вверх ногами. Привет. Да, да, даже не вверх ногами. Александрич, говорить мы будем сегодня с тобой про «Рубин» и будем говорить также, давай, наверное, про российскую премьер-лигу, про этот сезон. Но прежде чем мы будем говорить, давайте обратим внимание на турнирную таблицу. Выглядит она следующим образом. Первая тройка расположилась так. Первое место у «Зенита» 65 очков, «Динамо» вторые 53, «Сочи» на третьем месте 53 очка. «Рубин» располагается на 14 месте, у них всего лишь 29 очков, 2 места от последнего, который занимает «Арсенал Тула», 23 очка. Как ты быстро с 3 до 14 перескочил, как будто команд нет. Ну ладно, на самом деле, вот все то, что ты перечислил, по большому счету, это вот все, где осталась интрига, потому что, ну, я за исключением «Зенита», «Динамо» и «Сочи», это... У них, кстати, очная встреча. Да, да, и это матч, который, к сожалению, мне не получится посмотреть, и я очень жалею, потому что все игры, как ты знаешь, в 30-м туре проходят параллельно в одно время. Вот там должно быть прям максимально жарко. В этом году, кстати, РПЛ-то поменяли немножко время начала, то есть в прошлом году это было 2 часа дня, и, кто не помнит, в прошлом году матч Уфы был задержан на неопределенное время, а в этот раз все встречи стартуют в 5 вечера по Москве. Да, ну и тогда чемпионат заканчивался сильно позже, поэтому, ну, в этот раз такой жары не будет, как в Уфе в прошлый раз, и матч там на пару часов переносить не будут, но тут сразу несколько изменений, ну и в целом время 5 часов вечера в субботу, мне кажется, это нормально. Прекрасный это вечер, нормальный, это суперский вечер для тех, кто любит футбол. Ну, от комфорта перейдем к дискомфорту. «Рубин», «Казань» впервые за все нахождение в российской премьер-лиге вот настолько низко находятся и столько очков себе набрали. Что случилось с этой командой, что не получается у Леонид Слуцкого. Ну, давай по порядку. «Рубин» уже побил кучу огромных антирекордов своих и уже практически гарантированно финиширует ниже, чем свой самый худший результат. Они до этого дважды были 11-ми. В
предыдущие годы команда никогда не пропускала столько, 54 мяча. До этого не было даже 40 ни в одном из розыгрышей. Сейчас 54, это просто катастрофа какая-то. Хуже только у тульского Арсенала, который совсем бедствие потерпел. Они уже, в общем-то, разбились, они уже гарантированно вылетают. Что тут сказать? Все прозаично, уехали легионеры, команда посыпалась. И я уверен, ты будешь сравнивать, и у меня есть объяснение, почему все произошло именно так. Клубами, которые повыше находятся, это с Ростовом и с Краснодаром. С Краснодаром в особенности хочется сравнить, потому что Краснодар сейчас находится на четвертой строчке, 49 очков. В последнем туре они ЦСКА обыграли со счетом 1-0. Вот там тоже, вот у Краснодара достаточно сильная обойма была. И Кордоба, и Вильена, и все остальные, Витя Классен. Но они смотри, уехали. Вот давай я тебе для начала, в чем разница в ситуациях Рубина и Краснодара? Краснодар все-таки своих легионеров попросил, да, а у Рубина легионеры сами уехали. Нет, подожди, Краснодар не просил, там же настропалили. Ну, есть история просто про то, что и Галицкий тоже сам хотел, чтобы легионеры как бы... Ну, а зачем они нам, мол, если мы все равно за Еврокубки не боремся? Ну, и надо понимать, у Краснодара есть Краснодар-2, Краснодар-3, мощнейшая академия. У Рубина нет сейчас по факту ничего, на что бы там последние годы обращалось большое количество внимания. Академия существует постольку, поскольку футболисты из нее до основного состава не доходят. Последний такой представитель, который мог быть заигран, там, ну, который был заигран в премьер-лиге уже достаточно давно и мог стабильно выпускаться в основе, Данил Степанов, его очень легко отдали в тульский Арсенал. Да, сейчас привлекать начали молодых футболистов, но надо понимать, что если ты на академию внимания не уделяешь, не выделяешь бюджеты, то и результат работы этой самой академии будет, ну, так себе. Вот пока выпускники этой академии, ну, не то, что не оправдывают надежд. Надежд на них, в общем-то, никто до этого и не возлагал. И поэтому сейчас Рубин вот в такой плачевной ситуации, потому что они не делали ставку на своих игроков. И еще, что не менее важно, не делали вообще в Рубине ставку на русских футболистов, на российских футболистов. То есть, если тот же самый Краснодар имеет большое количество лидеров россиян, то у Рубина российские футболисты, ну, за исключением, окей, Дюпина, который основной голкипер в России, все-таки принято, да, что голкипер основной россиянин, так лучше и так проще. За исключением Дюпина, пожалуй, все ключевые роли в Рубине все-таки отдавались легионерам. И с их уходом, ну, потерялось просто абсолютно все, и сейчас мы видим, что у клуба просто некому играть в центре поля. Ну, важнейшая зона, центральные полузащитники, есть один качественный игрок здесь, который может создавать и созидать, Костя Кучаев, ну, а больше ему в пару поставить некого. Вынужденно ставят крайнего защитника Влада Игнатьева, иногда там даже Зуев играл. Ну, в общем, катастрофа именно, что результат в команде в первую очередь связан с исходом легионеров, ну а он за собой потянул дальше все как по цепочке, и Слуцкий сейчас, очевидно, не справляется, но и ему не с чем справиться, то есть ресурса у него нет. Ну вот опять сравнивая с Краснодаром, то же самое, они же замены себе нашли в лице того же самого Петрова, воскресили Мартыновича. Ну, наконец-таки еще он вернулся в состав Краснодара. И еще Краснодару позволили дозаявить игроков из ФНЛ. Угу. И это на самом деле немаловажная история. И в Рубине... А у Рубина нет такого. То и есть в Рубине... они из «Нефтехимика», например, не могли взять. Ну, смотри, вот в Рубине на это указывали, говорили, что это жесткое нарушение спортивного принципа, угу, потому что Рубину не дали вернуть своих игроков из аренды. У Рубина есть центральный защитник Грицаенко, который, например, выступает за Кубань в ФНЛ. Mm-hmm. У него в целом достаточно много футболистов, которых раздали по арендам. Но вернуть их клуб не может, потому что он не сможет их дозаявить. А Краснодару дозаявить своих из Краснодара-2 как бы разрешили. Не как бы, а фактически разрешили. То есть там фарм-клубные отношения и можно, здесь свои, в общем-то, тоже игроки, ну, то есть игроки здесь, системы, здесь, и нельзя. Здесь проблемы самого регламента российской премьер-лиги. Я думаю, что российского футбольного союза. Дело даже не в регламенте, а в том, что там волею чьей-то разрешили, вот так с барской руки сказали, ладно, давайте, а здесь нет, такого разрешения не поступило. Ну и по-хорошему должны были всем дать возможность, как мне видится, после ухода легионеров провести, может быть, даже и полноценное внутрироссийское трансферное окно. Рынок. Да, да, открыть, и тогда, может быть, Рубин бы стал сильно переплачивать, чтобы покупать футболистов, но
чего не сделаешь, чтобы цели свои выполнить, да, но сейчас мы видим, что Рубин сохраниться практически не способен с нынешним составом. И остается одна игра, про которую мы с тобой еще, я думаю, поговорим. А Рубин Уфа, заключительный 30-й тур российской премьер-лиги. Прогнозы дело неблагодарное, но ты, как на правах бывшего ведущего FIFA прогноз на нашем телеканале, все-таки дай прогноз, пожалуйста. Я вот так тебе скажу. Мы с коллегой поспорили, и предметом этого спора должен быть красный клоунский нос, в котором проигравший этот спор придет на матч, домашний матч Рубина в следующем сезоне. И, ну, скажем вот так, если я приду на игру Рубинов с красным клоунским носом, значит, казанский клуб либо сыграл в ничью, либо победил. Хорошо. Александр Дмитриевич Дегтярев был у нас сегодня в студии. Саш, большое спасибо за такой прям подробный обзор, точнее, не обзор, а превью 30-го тура российской премьер-лиги относительно Рубина и Уфы. Конечно, хотелось бы поговорить и про остальные команды, и про все остальное, но это мы оставим нашим коллегам с других телеканалов на Российской Федерации. Ну, как говорится, у нас таких нет, у нас все нормальные ребята. Да. Спасибо еще раз. Всем спасибо. Теперь переходим к другим темам. На прошлых выходных, 14 и 15 мая, в столице Республики Татарстана состоялось ежегодное мероприятие «Казанский марафон». Принять участие в нем могли все желающие, и подробнее об этом мероприятии и о том, как участники в этом году пробежали 10, 21 и 42 километра, расскажет Ева Семянова. 15 мая спортивная столица Республики Татарстан встречает участников забега на своем масштабном и красочном старте. Здесь собрались спортсмены из всех уголков страны и зарубежья. Участники бегут 10 километров, полумарафон и марафон. В этом году стартовал 8-й крупнейший региональный Акбарсбанк «Казанский марафон». Участие в забегах приняло более 12 тысяч легкоатлетов разных возрастов. Открывали старт первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, который также принимал участие в забеге, президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан Хафиз Салихов и другие. Первыми стартовали паралимпийские спортсмены и преодолели дистанцию в 42 километра 200 метров. Спустя почти 2 часа финишировали сразу два легкоатлета – Виталий Гриценко и Рустам Аминов. Эмоции просто потрясающие. Трасса, ну, временами тяжелая для езды на таких вот вещах. Хорошая трасса, очень хорошо подготовлена, все понравилось. Абсолютно каждый из спортсменов поставил для себя цель побить личные рекорды. Первым к общему финишу среди участников, бежавших 10 километров, пришел 16-летний Роман Минеев. Спортсмен преодолел дистанцию за 30 минут. Среди девушек первой прибежала Марина Смирнова. Она преодолела дистанцию в 10 километров почти за 35 минут. Маршрут забега был построен таким образом, что каждый спортсмен мог насладиться красивыми видами Казани. Я сам из Твери. Очень понравился город Казань, первый раз здесь. С таким удовольствием погулял вчера, посмотрел, что сегодня просто на этих эмоциях пробежал практически по лучшему времени. Также в забеге на 10 километров приняла участие сборная команды Татарстана по футболу среди тотально слепых футболистов Михаила Нагоркина и Мухарама Ямарова. Их сопровождал экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Первым пробежавшим полумарафон стал 37-летний Валерий Лукин. Он преодолел дистанцию за 1 час 8 минут. Среди женщин абсолютным победителем на дистанции 21 километр 1 метр стала Людмила Лебедева. Она прибежала к финишу за 1 час 15 минут. Абсолютным победителем марафона стал Федор Шутов, профессиональный российский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции. Он преодолел полумарафон за 2 часа 17 минут. Среди женщин победителем марафонской дистанции стала Александра Морозова. Она пробежала за 2 часа 45 минут. Все хорошо получилось, я довольна. Немного одиноко было, конкуренции не получилось, поэтому пробежала просто на место. Думаю, что еще будет возможность постартовать летом. Очень классная трасса, отличная организация, поэтому я довольна. Ежегодно Казанский марафон собирает большое количество любителей спорта. Мы надеемся, что его популярность будет только возрастать, а география участников расширяться. Ева Семянова, Матвей Туваев, «Неделя спорта». Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч.